Ассаламу алейкум. Чувашстан Республикасының татарлары милли мәдени мөхтәрияте рәисе Фәрид Абдуллаулы Гибаддинов. Бүген Мәскәүдә шушы йортта Чувашстан татарларының милли мәдени мөхтәрияте исеменнән безнең популяр җырчы Илдус Шәйдуллин һәм аның тамчы фольклор ансамбле Мәскәүләргә кунак итеп зур программа алып килде һәм көн дәверендә программа шулай зур шундый элештән барды. Аның исеме укытучы һәм укучы исеменнән, мөгаллим һәм мөгаллимнең укучылары исеменнән шундый программа барды. Көн якташлар безнең басы килгәннәр, шөкер Аллага. Нигезе ул инде шул бөтен Чувашстан Республикасы татарларының бүгенгесе һәм киләчәге турында шундый аның татар мохиты турында шушы ансамбль күрсәтә алды бүгенгесендә. Зал канягат, укучылар үзләре дә канягат. Так что мы с удовольствием представили для зрителей это города Москвы, Московской области, это популярного исполнителя татарской песни Ильдуса Шайдуллина и его детского фольклорного ансамбля «Тамчы», что значит «капелька». Наша задача была показать детям детского ансамбля «Тамчы» Москву, город Москву, и увидеть своих земляков, которые живут в городе Москве, и показать, на что способны татары чуваши. Аллагаш, у нас все есть, творческие коллективы, общество у нас плодотворно работает. И вот, кстати, я хочу сказать, вот эти дети, которые сегодня выступили, они 1 числа выступили в большой программе в Казани, 8 марта они у себя на родине, вот сегодня в Москве, и в мае месяце они собираются в Турцию на детский фестиваль, это город Анталия, город Спарта. Они будут со своими сверстниками соревноваться, будут участвовать на фестивале конкурса. Они будут представлять именно татар, мишар Чувашской республики. А впереди самый большой праздник – это 7 июля федеральный Сабантуй, который в этом году проходит в столице Чувашской республики, городе Чебоксары. Всем зрителям желаю удачи, успехов. Бергеяшик, моторяшик.